Удача! Класс! Я тащу дневник Кача, я его мой тащу! Флаг, мой флаг! Ты знаешь, что такое дневник Кача? Поехали! Сделай глоток, ведь это для тебя. Музыку громче и давай до дна. Ты же не знаешь, что дальше нужно. Давай, делай рестарт. Проживи счастливо час. Идиоты! Вот знаешь, что я чувствую? Издевается? Я да. хочу секса. А это очень хорошо. Хорошо? Да. Я тоже хочу. Что мне делать? Самое главное. Ну, что делать? Делай его. Занимайтесь сексом, ребята. Нет, ты вот про секс, а я про любовь, понимаешь? Кто это? Фанат? Дневник Кача! Это новая рубрика. Мы хотим взять интервью у прохожих. У тех, кто нас знает, и тех, кто не знает. Ты знаешь, что такое дневник Кача? Поехали. Мы засыпаем с тобой разными разными. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. One question. Как вы думаете, что могут показывать на передаче под названием «Дневник Хача»? Не знаю. Что ты делаешь перед сном? Мечтаешь о лучшей жизни? Первая мысль. Будни. Какие? Хача. Да. Сможешь его оценки за последний год в школе. Думаешь, что будет завтра? По взглядам города большого брата. От нуля до ста со старта. Или увеснем в болоте разврата. Дневник Хача. Название, да? Это сатира? Сам вот. Думаешь, там хачей много? Один. А если ты хочешь довести девушку до улыбки, пожалуйста, пиши в директ. А если до оргазма? Ты когда на ишаке с арбузами едешь? Да. Блядь, все бабы твои. Серьезно? Да. А красивые мои? Назови меня просто. Альфа. Покажи пузико, Альфа. Пузико? Пузико у тебя, блядь, наебали, а у меня пресс. А давай потанцуй под новую песню Монатика. Мы засыпаем с тобой в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы снова ищем ответы во снах. От этих мыслей кругом головка. Что могут показывать? Все, что угодно. Мы непредсказуемы. Это мы. Мы снова ищем ответы во снах. Вчера я видел сон, и в нем закончилась. Ой, блядь, секундишка! Братан! Да, привет, брат! Чё делаешь? Вытанцовываюсь, друг, деньги там дай. Дай двадцатку. Обещаешь закончить с этим? Блядь, слово, блядь, мужика. Что на следующей неделе... Слово танцора, ты приедешь сюда? Да. Я изменюсь. Что ты будешь делать? Я буду мытый и не буду танцевать. Классно, когда артисты настолько ответственно подходят к своему делу и не обращаются за помощью там, к режиссерам, кому-то, кто это делает за них. Когда ты занимаешься сам, ты сам все контролируешь. Естественно, что ты устаешь, тебе нужно не только репетировать и готовиться к выступлению, но еще ко всему шоу, ко всей программе. Поэтому Саня в этом плане красавчик, он все делал сам. Да, брат. Обезьяна, ты готов? Бро, мы занимаемся делами. Давай это чуть срочно, все нормально? Да. Давай, обнял, давай. Свою его. Где? Вон, сними лучше Олег, он танцует. Сегодня я покажу, как одной песни будет спасти весь концерт.
Как вы поддерживаете парни перед концертом? Полностью. Мы деньгами. Мы едой. Едой, ну, то есть пи... ночлегом. Водой. Ну да. Не, ну на самом деле, ну как, ну больше, наверное, моральная поддержка. Потому что он... Конечно, морально. Мы вместе двигаемся, мы вместе все делаем. Нет, но деньгами помогали. Гена, блядь. Ты, блядь, пойдешь к другому блогеру. Мы уже. Мы тебя сколько здесь ждем? Час. Ты, блядь, тебе, блядь, прошлого выпуска, блядь, не хватило. Подожди, ты... Нет, подожди. Мы, он уже 8 шуток пошутил охеренных. Помнишь, особенно вот та самая смешная, да, что да. Ты уже спишь с конями. Если так будешь, блядь, работать, как ты работаешь, ты, блядь, работать так больше не будешь, блядь, понял? Ты во. Блядь, знаешь, что будет? Ничего, блядь. Хочешь увидеть, блядь, человека, который остался без работы, блядь? Иди в зеркало, глянь. Приходится из-за тебя вымучивать новые шутки, блядь. А до этого они были офигенные. Можно я эту шутку скажу? Давай. Уебан. Мы сейчас пробьем колеса текили. Я как хозяин своей машины, можно говорить марку? Да. Форд у меня, все знают. Да, посмеялись, поблевали, теперь слушайте, блядь. Просто спустить колеса. А можно спустить? Просто спускаешь снипель и все. Давай просто снипель спустим. Тебе видно там? Где? Да? Сейчас у меня в жопе вибрирует, это Саня. Может быстрее? Да, могу сейчас. Блядь, давай с ним поговорим. Тихо, тихо, тихо. Да, бро. Че, вы где, я у Монтана? Идем, идем, мы отошли, сейчас идем. Рад, это для тебя, ты должен знать, что реально все, что мы делаем сейчас, мы посвящаем тебе. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты с нами. Найдешь насос где-нибудь, накачаешь. Мы поехали. Все, хватит. Короче! Тихо, тихо, тихо. Ой, пошел. У нас сейчас все быстро закончится. Если мы организованно туда не отойдем, мы сейчас машины припаркуем, мы все придем, нормально пообщаемся. Тебе вопрос, когда ты начинал снимать, у тебя были какие-нибудь, ну контакты с людьми какими-то? То есть вот они, ну, которые помогали тебе вначале развиваться, например? Да нет, я начал просто пару коллабораций. Ловите, вон там. Ловите. Да, я здесь, постоянно. Скажи привет на камеру, Олег. Ребята, нас снимают! Вы что это на повар? На повара себя? Да. Плюешь людям в еду? Нет! Финал, ребят, это нереально круто! Спасибо огромное! Ребят, короче, есть стартапы, а есть офигенные стартапы. Мне сейчас, когда рассказывали вот про этот новый вид городского транспорта, у меня аж челюсть отвалилась. Потому что такое количество фишек, бонусов и всего остального, что он дает, ну, думаешь, какой-то подвох, но на самом деле его нет. Давайте покажу. Ты расширяешь свой автопарк. Да. Слушай, реально крутая тема. Это Делимобиль. Рассказываю, что в этом стартапе меня очень сильно удивило. Это стоит 7 рублей минута. Да. Таксуем? Нет, это не такси. Это круче? Это круче. Это новый вид автомобильного транспорта. Ну и дешевле. И дешевле, да. Потом ты можешь бесплатно везде парковаться. Вот здесь я вообще обалдел. Совсем мне крышак снесло, когда мне сказали, что бензин бесплатный. В аэропорт ты едешь и кидаешь машину в Домодедово или
в Шереметьево и улетаешь, все, забываешь про нее. То есть доступ полностью с приложения. На данный момент в Москве 700 автомобилей, а в ближайшее время в этой компании, сказали, будет 1500, все они в пешей доступности. Ну и самое главное, для моих подписчиков без бонуса, естественно, не обойдется. Если вы скачиваете приложение, ссылка в описании сейчас, и устанавливаете его, в течение 7 дней регистрируетесь с кодом «Дневник Хача», у вас 30 минут бесплатной поездки. Сними, как его красят, пожалуйста. Бро, бля, у меня что-то руки трясутся. Бля. И в этот раз уже всерьез. Здравствуйте. Это наша камера, дневник Хача. Привет. Я весь мама. Рожь у меня какой-то. У меня вон тоже. Вы видите тоже? У тебя сколько лет? 40. А вам 26? Сейчас приехали олимпийцы в Олимпийский и покажут мастер-класс, как они дали прикурить всем в Рио. Сегодня я здесь, Гена. Молодец. Это самая... Я его учил, брат. Молодец, это самая красивая олимпийская пара. Ого, сколько народа. Ты на самом деле мой мотиватор. Да? Бля, круто, это приятно слышать, вот реально. Я этого парня знаю. Он на грани того, чтобы шею себе сломать всегда. Убей батут, Эмираль. Убей батут. Как? Ногами. Офигеть. Красота какая. Что творит, а? Ого, нифига себе, вы это видели? А вы так умеете? Нет? А я тоже нет. Класс! Крутяк! Ты же волнуешься? Честно, я когда вас сейчас встретил, я не хотел об этом говорить. Про потому концерт? Что ноги трясутся, аж когда начинаю Серьезно? Говорить про концерт. Может, покакать надо? Как хорошо, когда, понимаешь, все идет как надо. И нет никаких проблем. И главное, что друзья всегда поддерживают рядом. Да. Не забывай, что самое главное в жизни? Друзья. Блять, он такой смешной, когда переживает. Гримерка для меня это самое адское место, я честно могу сказать. Мы на гастролях приезжаем за 10-15 минут до выхода. И больше всего меня бесит, когда не я, а дед. Я готов. А причина задержки сейчас какая? Что-то прилетело с экранами, со светом не так. Все, говорим, все, Дэн, блядь. Нет, не пускай, сейчас он спускается. Да ёб твою мать, блядь, я хочу выйти уже, блядь. Thank you.
найти Саню вообще никак. Походу он загулял. И надеюсь, он сейчас меняемый, хоть сможет петь. Бро! Дверь открыл. Сань! Он не один, стопудово, смотри. Пошли, пошли, пошли. Вот юбка какая. Сань! Саня, блин! Вставай, у тебя концерт! Вставай, вставай, вставай! Быстрее! Подожди. Все, Алена, я у тебя потом ключи заберу. Я не Алена, я Маша! Быстрее, быстрее! Все, 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 болит, болит, болит. Что ты снимаешь, что ли, хуй? Погнали. Сори, ребята, сори. Погнали, погнали, скорее. Только не нарушай. Конечно. Только не нарушай. Тихо, тихо, тихо. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Все, переодевайся, а я чуть позже выйду, давай. Олень опоздал на свой концерт. Для тебя музыку громче и давай до дна. Ты же не знаешь, что дальше нужно. Давай, делай рестарт, проживи счастливый час. Давай сейчас. Все руки в усту. Сейчас наш выход. Попробуем их зарядить еще сильнее. Круто все, реально. Я сам нервничаю за него прям. Очень-очень все это волнительно, блин. Но круто, что все пришли. Огромное вам спасибо, когда вы это посмотрите. Реально, это самое важное, ваша поддержка. За сто ночей без сна, только ты одна. Давай, брат. Никита. Блин. Ай-яй-яй. Круто. Я сейчас рекорд установил в этом элементе. Ты не врешь сейчас? Нет. Блин. Дневник Хача показывает рекорды. Нифига себе. Очень технично, брат, молодец. Специально для дневника Хача. Круто. Красава! Браво, Никушкин! Блин! Если вам понравилось, ставьте лайки. Смотри! И без подготовки, да? Флаги сзади, смотри на багажник. Бля, нахуя вы колесо спустили? Мы не спускали нихуя, бро. Ты что, дураки, блядь? Мы не спускали нихуя тебе, бро. Вы идиоты, что ли? Флаг, я тебе только флаг сзади повесил, бро, я не спускал тебе колесо. Ты на спущенных колесах ездил, блядь. Бро, нельзя, надо было забыть. Мы типа какую-то крутую штуку придумали, распустили колеса. Сейчас мы будем их все задувать. Да вы не умеете врать, блядь. Кто тебе сказал? Я вас сразу выкупил, потому что у вас руки грязные, вы в жопе ковырялись, блядь. Сейчас я вас всех бочком выебу, блядь. Хочешь обоссы меня, это не я делал. Ну, подожди. Давай накачай, давай накачай, давай накачай ты себе. Я буду твой, твоя шиномонтажка.
Слушай, мы хотели поцарапать, но потом подумали. Мы ничего не поделали. Официальное заявление. Бандиты, преступники, хулиганы. Никогда не работайте с ним в паре, он вас сдаст. Смотри. Олег, а теперь у меня... Олег сдаст. А теперь у меня официальное заявление тебе. Да. Тебе. Ну. И тебе. И тебе, сука. Я, ну, готовьтесь. Им пиздец. Оператор зовет. В общем, правда, спасибо вам искренне. Чем больше вас становится, чем больше народу смотрит, тем сильнее я лично и ребята чувствуем большую ответственность на себе. А давайте флешмоб, кто знает, кричим 3-4. Мой! Мой флаг! Мой флаг! Мой флаг! Мой флаг! Да, друзья? Нет, мы банда. Стоп, стоп, стоп. В смысле? Стоп! Она сказала три раза стоп, это очень плохо. Тишина, тишина в известия холл. Быстро, я сказал, вы что здесь устроили? Какая банда? Ты что, кого ты тащишь? Дневник Хача. Я тащу дневник Кача, я его тащу! Толя Бузова, наша подруга, она поддерживает все, что мы делаем! Тяжеловато, конечно, будет исполнять следующий трек после такого отвисалого. Шум в голове, отражение моей тени на одинокой стене. И что ни день, то прострация. Так и хочется отметку в паспорт и просто сорваться. Опять теряюсь в этом пространстве. Опять боль головная не даст отоспаться. И чтоб понять причину, нужна ее иллюстрация. Но рядом нет тебя и нужно собраться. Я потерплю еще, если причина во мне. Но с кем рядом ты, когда пустует свет в окне? Нервы кричат, бастуют, а я злюсь, ревную. И знаешь, хватит сил, не трачу их впустую. Стоишь ли ты всех клеток во мне, что в теле сгорает с вопросом зачем? Не знаешь ты, да и не знаю я. Просто хочу остаться. Чувство на ной. Все время память о ней. А время летит, станции всех мелочей рвут эту нить. Длинный коридор, но света нет в конце. Ломая стены, не останусь здесь. А я искал свой пятый элемент. И все мысли в голове, и то, что помню как бред. Веришь или нет, видишь, эта память сгорает в окне. Знай, копилка на грани, совсем нам нужен ответ. И пусть ты стоишь миллионы клеток во мне, что в теле сгорает с вопросом зачем. Не знаешь ты, но знаю я. И просто хочу остаться. Это кабинка. Я знаю, ты был на боли, но так нужна мне еще попытка. Хочу понять ее, но пьяный от избытка. В этой крови адреналина на двоих, но ты снова стекло. Это как я, это как я, моя кабинка. Ты под кожу опять.
Ты мое все, мое но тебя не могу я понять. Я не смотрю тебе в глаза, словно мне придется соврать. На моем теле следы ты оставила в прошлом печать. Ну дай же мне тебя обнять. Мы как белки. Пошумим нашей парочке. Амирова, Амирова! Друг! Да. А зачем танцуешь? Зарабатываю на жизнь. Дашь двадцатку? На что? Братка, я отхаживаюсь. Чего? Выхаживаюсь. Братка, я вытанцовываюсь.